Меня зовут Ольга Смирнова. По профессии я врач и в настоящее время осваиваю новое для себя направление эко-предпринимательства в партнерстве с компанией Greenway. Почему я сделала этот выбор? Вы знаете, я люблю все новое, качественное и перспективное. И меня вдохновляет сама идея эко-предпринимательства – чистоты во всем, в окружении, в природе, в отношениях, в бизнесе, питании и так далее. И мне очень близка миссия компании Greenway – создать сообщество людей, которые говорят «нет» бездумному потреблению, которые осознанно выбирают то, что не принесет вреда их семье, их дому, а значит и глобальной экосистеме. Как врачу мне важно донести до большого количества людей понимание того, что именно осознанный экологичный подход к жизни в целом – это единственный для нас путь к сохранению здоровья и активности на долгие годы. Также меня привлекает то, что Greenway – это новая компания, которая стартует в феврале 2017 года. И очень символично, что 2017 год – это год экологии в России. А значит, мы с вами находимся в тренде, и у нас очень большие перспективы и очень большое будущее. Также для меня важно, что это бизнес нового поколения, где может преуспеть каждый человек – как новичок, так и профессионал. И я считаю, что это зависит только от самого человека, от его желания и его видения. На сегодняшний день емкость рынка экотоваров составляет 250-300 миллионов евро, а конкуренции на этом рынке практически нет. Этот рынок свободен, и я верю, что именно Greenway станет компанией номер один на этом рынке. Сейчас компания находится на стадии рождения. И вот если провести аналогию с новорожденным ребенком, то мы все знаем, что самый интенсивный рост и развитие ребенка происходит именно в первые 2 года его жизни. То же самое произойдет и, я уверена, с нашей компанией Greenway. А если еще учесть тот факт, что для успешного роста и развития в Greenway созданы все необходимые условия. И самое главное, есть шикарный востребованный продукт, который продает себя сам. Я в этом убедилась на собственном опыте. Настолько он эффективен, красив и самое главное, эффективен. Кроме того, ассортимент уже на сегодня, в период открытия компании, составляет более 100 наименований. Причем он ориентирован на самые разные ценовые категории, как премиум-класса, так и middle-класса, который доступен каждому человеку. И есть продуманная стратегия развития бизнеса уже на периоде предстарта. И об этом мы с вами тоже сегодня поговорим. Я считаю, что для меня, как и для каждого человека, в Greenway есть все для успешного развития. Именно поэтому я сегодня здесь с большим удовольствием и азартом строю свой бизнес, потому что рынок большой, есть куда размахнуться, и всем хватит места. И вот еще один основополагающий момент для меня, как для врача, очень близка тема экологии. Чистоты нашей планеты, как одного из слагаемых нашего с вами здоровья. И все мы с вами знаем, что чистота – залог здоровья. Чистота вот в самом широком понимании, чистота организма, чистота среды обитания наших домов, офисов, нашей природы, чистота наших мыслей и помыслов. И вот для меня очень важно, чтобы поддерживать чистоту организма и чистоту дома без вреда для здоровья. И вот именно это я нашла в Greenway. Парадокс нашего времени. Часто у самых чистоплотных хозяек, у которых все вычищено, надраено, намыто до блеска с помощью различных средств бытовой химии, самая неблагоприятная экологическая обстановка в квартире. Ведь применение всевозможных чистящих средств, практически всех средств бытовой химии,
очень опасно для нашего здоровья, вызывает медленную интоксикацию организма и ведет к хроническим заболеваниям. Давайте посмотрим видеоролик о вреде бытовой химии, который меня очень сильно впечатляет. И я думаю, что вас тоже. За свою... За свою жизнь мы выпиваем более 50 литров средства для мытья посуды. Более 1000 миллиграммов ядовитых фосфатов ежегодно оседают на нашей коже даже из самого качественного порошка. Но реклама продолжает навязывать нам все новые и новые чистящие средства. И производители, пользуясь нашей неосведомленностью в химии, продают нам настоящий яд. И сегодня мы докажем, излишняя тяга к чистоте может стоить вам не только здоровья, но и жизни. Так из каких же компонентов делают сегодня бытовую химию? И чем мы дышим, когда распыляем в наших квартирах эти средства? Это выяснит наш корреспондент Андрей Смирнов. Ну что, Андрей, готов к генеральной уборке? Да, мы купили несколько чистящих средств для наведения идеальной чистоты. Какие именно? Средства для пола, средства для плиты, для посуды. Проверять конкретно собираемся? Мы сделаем замеры воздуха до уборки и после нее. Так. Тем самым сможем понять, сколько вредных веществ мы вдыхаем при уборке. Хорошая идея. Вперед. Жду результаты. Результаты показали, что после уборки концентрация аммиака подскочила в 2,5 раза относительно того, что было до этого. Аммиак – это газ, имеющий резкий запах. Его используют в промышленности, а также при производстве удобрений и взрывчатых веществ. В низких концентрациях он вызовет насморк, кашель и раздражение глаз. Но в таком объеме, как в нашей квартире после уборки, аммиак нанесет куда более существенный вред здоровью. Так, спасибо. Очень впечатляет, я думаю, не только меня этот ролик, да? Продолжим просмотр. Ага, все, спасибо. Впечатляет, пишет Горских Антонина, спасибо. И вы знаете, что вот медики бьют тревогу. Одной из причин синдрома хронической усталости и любого хронического заболевания является неблагоприятная экологическая обстановка, именно воздействие вот этих вредных факторов окружающей среды. Ну и, конечно, неправильное питание, недостаток в пище витаминов, минералов, белка. И синдром хронической усталости поражает в основном жителей мегаполисов. Да, я согласна, что это надо всем показывать. Да, и ссылку возьмете у своего наставника на этот фильм. Либо, если получится, мы вам скинем в чате. И вот я считаю, что именно поэтому, что все средства бытовой химии являются ядом, продукты компании Greenway необходимы каждому человеку, заботящемуся о своем здоровье.